дети, поднимите руки, да. У всех есть дети. Детей много не бывает, так считают организаторы фонд «Святая Кристина». Рассказывают, в этом году решили поздравить с весенним праздником именно многодетных мам. Они все с детьми, и как бы им тоже маленький какой-то отдых. Фонд «Святая Кристина» поздравляет всех мам, многодетных, немногодетных, всех-всех-всех с 8 марта. Желают им счастья, здоровья, всего, чтобы у них все было хорошо. Танцующие бурундуки, конкурсы, песни и даже огромное живое сердце – символ материнской любви и заботы. Без подарков в этот день не ушла ни одна мама. Мы не ожидали, что будет такое внимание. И наши семьи, я сопровождающая семьи, вот, Центр социальной помощи, я думаю, им очень понравилось. Как мама, терпения желаю всем мамам, терпения и да, поддерживать дружеские отношения со всеми детьми, со своими. Это очень главное. А веселее все дружнее с 8 марта! Спасибо вам большое! До новых встреч! С праздником вас, дорогие!